Всем привет! Вы на канале Рони, мы продолжаем играть всякие модики, не модики, прохождение, в общем, Friday Night Funkin, поехали. Здесь мы получаем что-то новое, у нас типа вместо пика будет. Или что? Кстати, посмотрим. Я посмотреть можно? Что? Нет, это не тут. Тут? Так. Среди текстов выбрать? Ну, за рекламу нам вот именно. Girlfriend далее. Только где он? Пика-то. Что-то я не могу найти. Странно. Можно еще изменить их, прикольно они такие станут. Тут тоже. Ну, окей. Я пока что, конечно, не понял, как поставить. Кто шарит, напишите в комментариях. Пошлите, сюда посмотрю, что здесь. Шли много. Так, ага. Это челлендж, ребят, кстати. Давайте после того, как мы пойдем все модели, посмотрим, точнее, тут. Мы потом будем их проходить обязательно челленджи. Но пока что давайте тут проходим. Сегодня у нас на халде, это значит там, что бойфренд умер, по-моему, тут. Что такое, короче, было. Честно, не очень помню. Но вроде как, это про это. Так, а ну да. Да, вот, видите. Так. Густая музыка очень. 1.5 скорость. Boyfriend, last moment. То... Это 4 достаточно лица. Долгая достаточно песня. А вот все, пошло. Это типа как печалька будет, да? Так. Я как бы хотел сегодня повеселиться, а тут более как-то, как бы, такая печалька, да? Капец. Ну ладно. Ту-ту-ту-ту-ту. Как, что, как он умер, без понятия, конечно. Ну, если что, это никак не относится к сюжету, это просто мод. Такой. Да. Получается, Girlfriend петь-то не будет, да, по логике. Все так еще возьмутся, бойфренд. Так. Либо в чем батл-то я не особо понимаю, но... Окей. Ой. Так еще минуту, кстати. То есть с ним будет лицом. Он, видите, все размытие и размытие. Пропадает, получается, да? Скорее всего, тут только один будет уровень. Или может еще будет, не знаю. Типа стадии. Ну, эти раз, типа, как долгая песня, думаю, наверное, и все это будет. Скорее всего. Блин, я сегодня хотел повеселиться, но чего вы мне такое грустное подсовываете? Ё-моё, ну вы издеваетесь. Я на сегодня хотел просто кайфануть. Боже. Немножко, может, конечно, печально, типа. Просто я реально хотел сегодня повеселиться просто, типа. Но слишком хорошее настроение, чтобы расстраиваться. И жалко бойфренда. Да. Очень печально. Кто пропал бойфренд? Это что? Так, мы за пик играем. Ой, если что, это тот же самый уровень. Чё? А, уже? Ой-ой-ой. Так. Я нифига не понимаю, ну ладно. Ай.
Я не могу понять по цвету даже, чё, у кого что. Ну и получается, вроде бойфренда, что? А, вот типа как он застрелился или чё? Нифига не понимаю, чё забить? Странный какой-то мод? Так. Ай. Пропускаем. Вон, собрались. Знаете. Нормально. Еще рисовка другая, стрелочки, все другое абсолютно. Офигеть. Кто-то стреляет, да, вообще жесткий. Все не попадает. Руки как кажется косоглазие. А вот у типа бойфренд, смотрите, типа продается, типа, может, не продается, типа разыскивается, что ли. За него заплатят. Типа того. Типа вот так мы его застрелили, типа, и вот girlfriend тьма потом плачет из-за этого. Что? Что? Я нифига не понимаю. Хей, туда-сюда, здорово. Приятель. Салам. Чё, как жизнь? Иди нафиг. Время тикает, сода есть. Конечно, есть. Сейчас побатлимся и хана тебе. Давай, пердун. Ты офигел сам, пердун, сейчас будет битва. Давай, зарубимся, а? Я вынесу тебя на изи. Поехали. Баллот, что? Кто-то мне что-то... Кто-то мне объяснит, что происходит? Ничего не понимаю. Тут еще атака есть, что? Что такое атака? Ну, ладно, допустим. Ой. Допустим. Не знаю, как это видео будет вставлять, как я буду превью это делать, как название буду писать, я без понятия. Наверное, это невозможно будет сделать. Как там, танкист против пика, там, бойфренд против пика, бойфренд против сам... Вообще просто петь. Я не знаю, против girlfriend, я не знаю, как я это буду делать. Хватит это название вписать, я без понятия. Можно просто сделать типа мод. Не знаю. Посмотрим. Что? Кто-то мне что-то объяснит. Еще. Они как боем поют, что ли? Что? Пика вместе с этим бойфрендом. Типа так они познакомились или что? Что? Что за дичь? Под конец еще ударился. Я ничего не понимаю, что за мод странный. Я первый раз этот мод вижу, он максимально странный. Максимально.
Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну т-т-т-т-т-т-т. Утаргиз, кстати, кайф песни. У Фрэнта где? Что за дичь? Что за дичь? Да ну нафиг. Просто Пика чилит. Такой. Обычный день у Пика. Просто спит. Тут он кого-то увидел. То есть сюда, и они решили забатлиться, что? Так. Пика проснулся, вообще офигел от жизни. А 2Х, кстати, ровно. Это любовь его или что? Ничего не понимаю. Баллончик, тут сердечко. Тут что случилось? Чё? Она не понимает сердечко, она психует, так понимаю, да? Что за... Не рыгающая или чё это? Что он рыгает, что ли, так люто? Как тебе не стыдно, Пика? Нет. Он хавать хочет или чё? Чё он ещё на помойке идёт, не понял? Ему ж платить, типа он... Как киллер, что ли? Чё реально с ним? Он хавать хочет? Чё с ним? Ты живот его такой учит на туре, да? Или это хавчик? Типа яблочко. Типа дай мне яблочко, поже. А она что-то другое. Я не знаю, что она хочет. Ну, знаете, тут 4 мне нравится. Ты так все разнообразно. Но как их вставлять в видео? У меня такой принцип превью, который я их вообще найду, нет? Мне самому придется их вырезать. Похоже, будет ад делать превью, но... Он схавал, да? Стрел. Анка. Ну ничего страшного, вот тебе еще похавать. Пика. Пико хавает. Все хорошо. Меня зовут Булет. А нет, нет. Ла-ла-ла-ла. Да. Сюда все, они пошли. И там еще бойфренд. Такой, а я не понял. Ладно. Так, чё? Чего? Что? Все, это конец. Что могу сказать? Я нифига не понял. Я абсолютно ничего не понял. Но это очень познавательный уровень был. Очень классный. Тут 4 песни было, да? Тут тоже 4. Тут 3. Ой, тут там 4, ошалеть. Ой, а это же песни имеется в виду? Сэнпай, ну да, по 3.
Короче, вот такой. Короче, вот, напишу BFLS момент. Так и назову, короче. Наверное. BLM назвать. Типа FNF плюс BLM. Пофиг, так и напишу. Вообще, пофиг, так и напишу. Кайф. В общем, дорогие друзья, я нифига не понял. Но тем не менее, мы прошли на харде. Потом идет пика день. Ах, сам нарисован танкист. Там что-то будет лютое. Там Пико будет с танкистом разбираться дальше. Не знаю, там будет очень люто. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.